Добрый день, дорогие друзья! Рад снова всех вас приветствовать на моем YouTube-канале. Сегодня я выехал на такое красивое место, где буду готовить вот такого здоровенного самца или самку, не знаю, семгу. Прежде чем начать готовить семгу, нам нужно разжечь огонь. Куски должны быть примерно одного размера, 2,5-2 сантиметра. Толщина. Вот такие куски. Друзья, а теперь приготовим маринад для нашей рыбы. Вот такое оливковое масло. Добавляем 1 чайную ложку соли. Немножко орегано. Базилика сушеного. И 1/2 чайной ложки розмарина. Перец черный. Думаю, хватит. И 2 зубчиков чеснока для аромата.
И куда же без лимона? Рыба любит лимон. А вот теперь, друзья, все перемешаем хорошенько. Надо обязательно рыбу посолить. Соли, которая здесь, в соусе, нам не хватит. И также солим с другой стороны. И делаем то же самое с другой стороны. Все, оставляем мариноваться полчаса. Прошли наши полчаса, и мы идем к решетке. Сумая, будешь рыбу? Я держи. Тоже буду. И Мухаммад Саид будет рыбу. Держи. Азиз, салам алейкум. У нас гость сегодня, друзья. Давай к столу, Азиз. Вот, держи. Мухаммад. Ох ты. Горячий. Как, Азиз, рыба? Очень вкусно. Азиз, пару слов моим подписчикам. Всем салам алейкум, приветствую всех. В первую очередь желаю здоровья всем и радости этой жизни. Очень трудное время пришло. Пусть Аллах поможет всем людям на земле и радости. Побольше позитива, побольше подписчиков для нашего брата Магомеда. Спасибо. Чтобы вот окружение детей всегда было радость в нашей жизни. Приятного аппетита, готовьте вот так, как Магомед, и счастья, благополучия. Миллион долларов. Месяц наличными. Вот так. Давайте все вместе сделаем вот так. Вот так. Вот так. Мы прощаемся, точнее, мы не прощаемся, друзья. Мы не прощаемся. Мы скоро увидимся. Сахли. Сахли, удачи. Удачи.